завтра должен был уезжать в центр Шри-Ланки, в центр острова, где чайные плантации, башни, много красивых мест. Но потом я узнал, что также проходит соревнования по серфингу от Red Bull. Раз в год буквально они проходят. И я понимаю, что я хочу и туда, но чтобы все осуществить, мне нужно менять билеты. А я в итоге сегодня их поменял. Так что Шри-Ланка меня затягивает все больше и больше, отсюда просто невозможно уехать. В общем, я остаюсь. Место для завтрака. Здесь прям пропахло серфом, чилом и кайфом. Здесь можно наслаждаться серфингом. Короче, лайфхак, как кушать кокунат. Тебе делают из этого кокуната одну ложку. Ты берешь его, вот так вот сошкрябываешь и кушаешь. Прикольно. Безотходное производство. Наконец-то доехали в Хикадуа, заехали в отель, вот сейчас поселяюсь. Очень тут прям классно, мне нравится. С первого взгляда оно меня расположило как нужно. Сейчас быстренько отдыхаем, приводим себя в порядок и пойдем исследовать Хикадуа. Все, сижу, думаю, у меня столько планов было на Хикадуа. Я так задолбался, я даже не знаю, что мне делать. Мы сейчас как-то будем это решать. Все-таки там красиво.